В центре реабилитации диких животных во Всеволожском районе открыли памятник медвежонку Сене. Деньги на бронзовую статую главного символа Велеса собирали всем миром. Сеню здесь называют медведем-человеком и уверяют, что не влюбиться в него было бы просто невозможно. Ровно год назад медвежонок, как говорят про животных, ушел на радугу. У него было наследственное заболевание – эпифизарная дисплазия. Это замедление развития. Сеня взрослел умственно, но до последнего дня визуально так и оставался медвежонком. Память о нем решили увековечить в бронзе. Под лапой у Сени почтовый ящик. Это не элемент декорации. По задумке, любой хозяин, потерявший своего питомца, может отправить ему письмо на радугу. Сеня доставит послание. Он у нас очень ответственный. И при жизни в нашем мире был он очень ответственным, очень дружелюбный, очень любил порядок. Так и сейчас, в другом мире, на своей светлой радуге, он позаботится о том, чтобы все питомцы получили свои письма. В центре реабилитации животных Сеня появился в 2013 году. За это время медвежонок перенес две тяжелые операции, но спасти его так и не удалось. Люди, которые встречали Сеню, уверяют, это был самый маленький в мире медведь с очень большим сердцем.